Друзья, здравствуйте, я вас приветствую на канале Голос Калифорнии. Сейчас я хожу в магазине Target, а именно в отделе посуды. Я сама обожаю деревянные посуды, знаете, это очень красиво, стильно. И моешь, когда их очень приятно, знаете, любая еда смотрится очень классно. Вот, значит, вот это для салатиков, допустим, это стоит $30. А вот это уже большая, побольше, стоит $35. Это тоже для салата. Или, например, может для каких-нибудь горячих блюд. Например, можно приготовить здесь, поставить, также преподнести плов, мясо, какую-нибудь курочку. Да, и всего лишь это $35. Классно. Оно, знаете, не сказать, что оно прям такое легкое, но не сказать, что оно тяжелое. А смотрите, другая красота. Допустим, это $30. Но она больше похожа на пластик. Это не дерево, это уже пластик, да? Но тоже очень красиво смотрится, правда, жить? Эта красота стоит $30. Это для наших чайников. Кто любит попить чай или горячая сковорода, ставим это все сюда. $12. Так, и производство у нас, конечно же, Китай. Вот, это чай. Значит, для горячих посуды, да, там чайник или сковорода, или кастрюля. Вот, а что у нас здесь? Это для наших бокалов, напитки, когда мы пьем, да, 4 деревянные штучки, да, подставки, они стоят $18. Другая красота, когда мы подаем салаты, чтобы накладывать еду, две штучки, видите, 2 пив за $14. Тоже очень классно. Смотрите, вот эти вот досочки, на них можно подавать, конечно же, любые блюда. Даже я иногда подаю, знаете, дома подаю стейк. У меня есть похожая посуда. Или можно подавать там чикен, любое, вот что вам угодно. А на этом у меня дома есть, кстати, похожая. Вот такая вот. Чуть-чуть светлая, да, светлее, но она стоит $30. Я обычно просто режу хлеб и ставлю на нее хлеб и сыр. Когда гости приходят, это особенно вообще, знаете, наполовину так поставить, красиво разрезать сыр. Красиво, например, можно виноградики добавить, или же хлеб смотрится очень шикарно. Ну, естественно, вот эта красота тоже. Например, аппетайзер и поставить на это $20. Это очень классно. Или если вы хотите, например, набрать здесь все в деревянном стиле, или вот в черном, вот в этом пластиковое, тоже подача будет очень такая шикарная. Эта красота стоит у нас $30, а эта красота по 4 штуки для кружек, для чашек, да, для напитков $10. Или же давайте посмотрим вот это. Можно поставить какой-нибудь пирог или любое другое блюдо за $25. Очень классно, красиво смотрится, мне это очень нравится. Или вот такие вот подносы за $30. Поставить себе тоже шикарно. Эти для всего. Можно применить это для вторых блюд, для аппетайзера, для фруктов, для чего хотите. И эта красота стоит $20. А это уже... $12. Но очень красиво, я думаю, что подойдет для кейков, знаете. Для вот пирога какой-нибудь маленький. Тоже очень красиво. Вот это вот есть уже микс. Идет. Видите? За $30. Это и деревянная, и гранит, но она не совсем гранит. Похоже, да, на камень. Ну вот примерно вот так вот.